Всем привет! С вами Николай, и сейчас мы находимся в Baskin Robbins. Baskin Robbins – это такая сеть ресторанов мороженого. Очень, с одной стороны, дорогого, с другой стороны, безумно вкусного. Наверное, лучшее мороженое в мире – это Baskin Robbins, ну, из того, что я пробовал. И, по крайней мере, в России точно. Вот мы, когда были в Нидерландах, там другие совершенно, другое совершенно мороженое, и у них нет вообще таких крупных сетей. А Baskin Robbins – это именно сеть. В общем, среди того, что я пробовал в России, это, наверное, лучшее мороженое. Соответственно, сейчас мы находимся на Новом Арбате. Это довольно-таки большой, получается, ресторанчик с мороженым. Большим количеством сидячих мест. И вообще, снаружи можно посидеть. И я ем свое любимое мороженое. Ореховое мороженое с орехом пекан. Ну, это типа грецкого ореха. В общем, оно безумно вкусное. Я помню, я его ел, когда мне было еще, наверное, ну, лет 10. Во многом, конечно, у меня был период жизни, когда на каждый день рождения меня водили в Baskin Robbins. Именно ни в Макдональдс, ни в какие-то там рестораны, не знаю, такие вот быстрого обслуживания, которые многих водили в 90-е. Меня водили именно в Baskin Robbins. И это всегда был очень такой большой праздник. В общем, за все эти годы мороженое нисколько не стало хуже, но и не подешевело. Вот. Очень вкусное, безумно вкусное мороженое. Давайте штукенцы тоже вам что-нибудь скажут. И попробуют свое мороженое. Да. Прихорошисти. Да, всем привет. Сейчас я попробую свое мороженое. Вообще, я в Baskin Robbins впервые была давным-давно. Я помню, что я взяла мороженое, которое мне не очень понравилось, и у меня сложилось не очень хорошее впечатление о Baskin Robbins, поэтому. А потом я уже попробовала другие мороженые и поняла, что и вправду хорошее мороженое. Я взяла, как обычно, фисташковое, очень люблю фисташковое мороженое, и мороженое с шоколадом, кремом и с шоколадным печеньем. Сначала попробую фисташковое. На что похоже? Ну, перемолотые фисташки с кефиром. Очень вкусно. А главное, я такого не люблю. И главное, что внутри жареный миндаль. Очень вкусный жареный миндаль. Обожаю. Помнишь, ты мне пыталась дать его попробовать? Это мое самое любимое мороженое здесь. И второе, оно такое более-менее типичное. Кисленькое такое. Этот мороженое с кисленькой очень приятное. Такой как шоколадный. Шоколадный, как будто бы с... Ну, пьешь вот чай с шоколадкой и с лимоном, вот такое. Очень вкусно. Ну что, друзья, в общем, вот мы из Baskin Robbins с небольшим репортажем. Стоит вот 5 шариков мороженого 500 с чем-то рублей. То есть один стоит... Один шарик, если вы покупаете, 150. Ну так там, чем больше покупаешь, тем больше скидка. И в целом... Ну, по сравнению с десертами в каких-то кафешках, типа шоколадницы, по московским ценам это как бы приемлемо. Ну, вообще, конечно, если вы покупаете мороженое в ларьке, это будет сильно дешевле, но оно, конечно, не такое вкусное, даже близко. В резюме сюда можно иногда зайти, детей своих там привезти, например, на праздник на какой-то. Отличное место. Ну, с вами был Николай и Штукенция, Вера Штукенция, Николай Тангар. До новых встреч. Пишите комментарии, как вам Baskin Robbins, часто ли вы сюда ходите, какое ваше любимое тут мороженое. Ждем ваших комментариев.